Всем привет! Сегодня я буду кушать с Тимофеем. Это мой одноклассник. Да, все просили, чтобы я с ним снял. Вот он пришел. Сегодня мы будем есть шаурму домашнюю, гранат и пить, запивать будем алоэ вера. Да. Да, вот такой напиток. Полезный, любимый. Угу. И салфетками будем вытираться на всякий случай. Всем приятного аппетита! Кто всем... с нами кушает? Да, молодец. Хорошего настроения и счастья, здоровья. Приступаем. Угу. Мама сама делала. Угу, вкусно. Угу. Не успею попробовать, уже вкусно, да? Оно реально вкусно. Прямо чувствуется, что по-домашнему. А ты любишь домашнюю или заказную? И то, и то. Понятно. Ну, больше, конечно, домашнюю. Домашняя вкуснее. Слушай, что ты любишь, добавляешь. Что тебе нравится по вкусу. По вкусам чувствуется, что очень сладкий огурчик, лучок. Еще помидорка очень сладкая. У нас был выбор. Ё-моё. Сейчас покажу еще. У нас был выбор у Тимофея. Либо роллы, либо шаурма. Но он сказал, что любит шаурму больше. Ну вот. Блин, надо вытраться. Ты у нас чистенький. Приличный человечек. Так. Так-то мне особо было без разницы, но... говорю без разницы, но больше люблю шаурму, поэтому и сказал. И решили сделать шаурму. Я больше обожаю роллы. Я не могу. Вот так. Какие оценки учишься? Во втором классе учился на 5. Сейчас учусь на 4, 4 с плюсом, 4, может быть, с минусом. Ну, немножко съехал, можно сказать. Да. Ну, так-то мы с ним поровну шли, да? Угу. А сейчас он отстает от меня. Очень сильно. Ваня, у нас сейчас стало очень хорошо учиться. Значит, раньше плохо учился, да? Ну, и да. Раньше тоже хорошо. Нет, раньше тоже плохо учился. Ты лучше меня учился. Ну, отличники, ведь лучше всех учатся. Правильные слова. Очень вкусно. Коп, вытри. Я же ничего такой. Ой, ё-моё! У меня порвалась она! У меня тоже! Давайте я вам тарелочки. Тарелки мама принесла. Угу. Стало намного удобнее. Угу. Ну чё, весь стол заляпаем? Это шаурмой, блин. Примерно килограмм полтора весит шаурма, блин. Ёк-марё! Можно же запить. Угу. Давай. Бедный мальчик пить хочет. Так мало глотнул, что ли? Mm-hmm.
Вот, вопрос такой. Угу. Какие ты секции ходишь? Я в 5 лет, ну это было чуть пораньше, ходил на бокс, но боксом я занимался не очень долго. После я ходил на настольный теннис, и там обучился хорошо играть. Потом пошел на футбол, ну, летом футбол, зимой хоккей. Угу. Потом с Ваней пошел на баскетбол, потом, ну и сейчас хожу на футбол. Теперь мой ответ. Сначала я ходил на самбо. Там получился недолго. Много. Там надо было дорого учиться. Поэтому мы пошли на рукопашные бои. Из-за того, из-за моего возраста так фартануло, то, что мы там бесплатно учились. Вся тренировались, а я. Тренировался. И тоже не протренировался недолго. Ну как долго, там полгода. И мама захотела, чтобы я на баскетбол. Я раньше думал то, что тяжело будет. Когда впервые пошел на баскетбол, я попробовал. Еще я не могу выговорить. Надо попить мне. Когда впервые попробовал, это вообще намного лучше, чем греко-римская борьба. Греко-римская. Намного лучше. Там тебя... Там я стал на греко-римской уже с большими ребятами, а там уже тяжело начинается с большими ребятами, там уже жесткие, которые мне не по плечу, тренировки. И поэтому я... Все-таки выбрал баскетбол. Вот. Уже уж как... Скоро год, как вы на баскетбол хожу. А ты сколько на футбол ходишь? На футбол я хожу примерно полгода. Это я начал ходить с 24 августа. То есть, считай, 24 августа этим летом будет уже как год. А я не помню, когда на баскетбол пошел. Куриная память. Я в маму иду. На самом деле, очень вкусно приготовлено. Я всегда маме говорю, то, что у нас повар от Бога. Все мамы готовят от повара Бога. Всегда, конечно, вкуснее... Бабушка готовит. Нет, всегда, конечно, вкуснее домашняя еда, а не покупная. Потому что... Мудрые слова. Потому что как бы уже... По-привычному я ощущать этот вкус и также по-своему по-домашнему приготовленный. Да, то, что ты любишь, то ты ложишь. Вот как тебе нравится, то ты и делаешь, да? Угу. Ну, бывает. И покупная тоже неплохая. И да. Ну да. Но больше всего... Домашняя. И не шаурма какой-то. Где этот? Знаешь, берешь вот так вот. Там всякая начинка вложена. Там тако. Не как тако какое-то. Однажды купил шаурму. Помню. В ларьке. Шаурмичный. Да. Попробовал и понял то, что половина наклаждено мясо, то есть я попробовал, и там половина шаурмы мяса, а потом уже идет сама вся начинка. Ну, я понимаю. Шаурма, шаурма.
Блин. Тимофей, чище меня. Почти. Напишите в комментариях, любите ли вы шаурму или вообще. И... что круче, роллы или шаурма? А лучше написать, какая вам еда больше всех нравится. Ну, вообще, из всех блюд. Извините, случайно микрофон задел. Дальним куле наелся. Еще не наелся? Ну, как бы. Такой и... маленький. Желудок большой, как у меня в детстве. Раньше без остановки ел. Мне мама рассказывала, когда я был маленьким. Ну, ты знаешь, обычно все дети маленькие кричат. Ой, орут от боли. Да. А я был какой-то спокойный ребенок. Поэтому за мной было ухаживать полегче. Ты не представляешь, как за мной было легко. В кавычках нет. Вкусно, да? Очень. Семки грызу. А я... можно сказать, громче сиреноголового. Ну что, в больнице меня слыхать там. Как Илья Муромец, ё-моё. Самый тяжелый. Ну, почти самый тяжелый. По-моему, 4 или 5. Где 3 килограмма весил. Голова у меня была большая. Но не похоже, что она у меня была большая. Я наелся. Что наелся? Гранат не будешь? А почему буду? Ешь. Тимофей самый лучший монтажер из моих людей, из моих друзей. Самый лучший друг. Да нет, не за столом, вообще просто мой самый лучший друг. Да? Ну да. Какой у тебя самый лучший друг? У меня вообще много друзей, и все друзья по мне одинаковые, но ты какой-то необычный из них. Ты всегда как бы... ну, ты не пройдешь мимо меня. Допустим, я тебя не заметил, он меня... я однажды прохожу мимо него, я его не замечаю, он кричит: «Тимофей, Тимофей, привет, привет!» Сегодня мы встречаемся у одного магазина. Я его не замечаю. Ваня говорит: «Тимофей, я тут, я...» мы бежим друг к другу, обнимаемся, привет, привет, как дела? Ага, я к нему подбегаю, как этот футболист, который гол забил и поехал по всему полю. На коленях. Тебе больше всего не повезло. Почему? Потому что они тут очищенные были. Тут валялись. Вкусненько. Вкусненько, вкусненько, вкусненько. Ваня, вот ты говорил насчет монтажера. Я постараюсь даже этот ролик сам смонтировать. Постарайся. Постараюсь. Ты можешь? Упал. О, поймал. Наверное. Спасибо. На самом деле, этот гранат такой маленький, что может выронить, и ты не заметишь. Угу. Ну, все это гранаты. Все. Живот замучал. Все эти продукты именно так и выглядят. Угу. Жалко то, что сам гранат ни внутри, ни вообще. Вот такую еще гранатину. Вот такой большой. И в ней несколько этих маленьких. Только фиг достанешь их. Ну да. Я вообще, я люблю гранат, но
Чистить его не люблю, потому что это... Думаешь, очень... я люблю? Не мама любит? Очень долгий процесс. У кого-то быстрый, у кого-то нет. И сейчас напишите, как ты, как вы гранат запиваете. Там же внутри столько сока, а вы запиваете. Тогда кайфа. Вкусное алоэ, это надо наслаждаться этим вкусом. Мне кажется, если маме понравится, как ты смонтируешь, ты будешь у нас каждый день ролики монтировать. Это если твоей маме понравится? Ну да, ну если вообще понравится. Получается, она будет отдыхать, у нее домашние проверять. Ребята, я смонтирую этот ролик, и напишите, пожалуйста, комментарии, нравится вам или нет, оставлять о... Я же вообще смонтирую, если не мама. Ну, смонтирую. Еще. Что, мама что-то там подправит у тебя? Ну, да. Мама будет маму монтажу учить. Столько лет, намного младше мамы, и так хорошо разбираются вообще, блин. Как научился так? Я не знаю. Я пытался найти приложение, которое, с которым можно с легкостью монтировать. Нашел я одно приложение, InShot. Купил полную версию, и... Ну там она дешево стоит, там где-то 500 рублей. Я подкопил там месяцок и сказал маме, давай положим на твою карточку мои деньги, и это, и я себе куплю это. Все, мы так сделали. Я купил себе полную версию. Получал денежку. Да. Работал у мамы? Ну да, там прибирался, там помогал ей. Домашними делами. А я за бесплатно работаю. Вообще надо дома за бесплатно работать. Да. Вообще дом это... Например, там в магазин сходить, сдачу себе оставить. Да. Я хожу за водой в магазин и сдачу никогда себе не оставляю. У меня такой привычки нету. Я сам не оставляю. Там мама если разрешит оставить, то я возьму сдачу. Ну так-то больше всего бабушки мне дают сдачу. Я говорю, купил что-то, и надо сдачу оставить, они так говорят. Можешь взять. Там на мороженку, там на конфетки всякие. И мне всегда хватает на своих друзей в посёлке. И поэтому на всех хватает. Весь мукбанг, едим гранат. Уже пало. О чем я и говорил, что у меня есть тупость? Я наелся. Правда? Слишком много косточек съел. Я тоже особо наелся. Точно? Да, ты чё, я вообще просто от Бога поел, считай. Очень вкусно было. Да. Все. Пить не буду, есть не буду. Будем прощаться. Да. Конечно же. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да. Пишите комментарии, вопросы, чтобы мы постараемся в следующем видео ответить. Да. Да. И всем пока. Пока-пока.